В Госдуме предлагают вновь вернуть сезонный перевод часов на летнее и зимнее время. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство на рассмотрение. По мнению автора инициативы, это поможет россиянам использовать светлое время суток более эффективно и таким образом экономить электроэнергию. Отметим, до 2011 года в России переводили стрелки часов дважды в год – весной и осенью. В 2014 году страна полностью перешла на зимнее время.